далеко не всім вдається безперешкодно покинути Ерефію. І от, зокрема, контррозвідка ФСБ заарештувала головного лікаря Путіна після спроби втекти з країни окупанта через Білорусь. Як повідомляє ЗСАН, 59-річний Віктор Трухін більш ніж 10 років обіймав посаду директора Санкт-Петербурзького науково-дослідного інституту і без перебільшення знав медичні таємниці кремлівського диктатора. І от про цього лікаря і про те, що відбувається стосовно мобілізації в Росії, будемо говорити з Ольгою Романовою. Це російська опозиційна журналістка та засновниця руху «Русь сидяща». Пані Ольго, доброго вечора вам. Доброго вечора. Ну, дивіться, британці називають, що начебто буде мобілізовано до 420 тисяч росіян, але наші кажуть, що навіть більше 700 тисяч буде мобілізовано. Але сьогодні президент Путін заявив про те, що дуже багато добровольців є в Росії, які десь 1500 щодня приходять, укладають контракти і намагаються приїхати на війну в Україну. Яка у вас інформація, що відбувається з мобілізацією, в яких регіонах, з яких сфер людей? І чи справді така велика активність стосовно добровольців у вас? Ну, ви знаєте, к сожалению, війна стала для дуже багатьох жителей Росії, не тільки громадян Росії, але й жителей Росії, якраз зараз подробно хочу об этом поговорити, своеобразным социальным лифтом, единственным местом применения себя, где люди могут хоть чего-то, хоть как-то думать о перспективах. То есть, да, действительно, Путин вложил сейчас деньги именно в войну, не в развитие в России, не в развитие регионов, не в развитие человеческого капитала, а наоборот. Я сейчас вижу четыре очень больших источника пополнения путинской армии, которые, к сожалению, воюют в Украине. Первое – это по-прежнему заключенные. На сегодняшний день Министерство обороны завербовало уже больше 30 тысяч заключенных. Это с февраля этого года. Я напомню, что в феврале этого года ЧВК «Вагнер» ушел из зон, вернее, был изгнан оттуда, забрав 50 тысяч. Итого мы можем говорить о том, что порядка 80 тысяч заключенных – так или иначе, воевала или продолжает воевать на территории Украины. Соответственно, это военные преступники. И сегодня у меня есть очень подробное сообщение из женской зоны в Ленинградской области. В женской зоне два дня проходит вербовка Министерства обороны именно женщин. Собрали всех в актовом зале и агитируют. Обещают 170 тысяч рублей в месяц, это 1700 евро, разные вакансии. Дальше перечисляют вакансии. Я, честно говоря, не увидела разницы между ними никакой. Три специальности. Стрелок, стрелок-медик и снайпер. Ну, я просто цитирую то, что мне пишут заключенные. Контракт на год, через месяц приедут еще. Не берут статейниц, это преступление против детей и против половой неприкосновенности. Не берут госизменщиц и террористок. Не берут с гепатитами и с ВИЧ. Прикол на уровне слухов. План 300 человек, а в колонии всего 800. Если вычесть ВИЧ, гепатит и статинец, как раз 300 и останется. Пока контракт подписали по 3-4 человека из каждого отряда. Списки, по которым вызывали, были составлены заранее руководством учреждения. И сегодня еще дядя из Минобороны был на нашем ПТРе, ну, встреча с заключенными, пятиминутная речь, спасибо ему за краткость, еще обещает полную реабилитацию перед законом. Честно говорит, что передний край, но про снайпер, что стрелков женщин, тот ничего не говорил. Говорил, что женщинам послабление, вы на самом передке не будете, в основном интересуют медики. Ну и что ж вы думаете, произошло? Все расходятся, фыркают, бурчат себе под нос, спасибо, не интересуют. Остались две девушки, остались уснять подробности, скорее всего, записались. Если раньше мы говорили, да буквально еще пару месяцев назад, что каждый раз вербовка женщин-заключенных – это сенсация, это событие, то теперь такие новости приходят каждый день. Второй крупный резерв – это люди, которые только что получили российский паспорт, бывшие гастарбайтеры, или собираются получать. В основном это выходцы из стран Центральной Азии. Мы видим каждый день на них облавы, и их вербуют на фронт, иногда без их согласия. Совсем недавно большая облава происходила на овощебазах
в Петербурге. Третий резерв – это вербовка по-прежнему с национальных окраин России. Это и Тыва, Бурятия, Дагестан, Ингушетия и так далее, и так далее. Где, в общем, все равно молодым людям больше заняться вообще нечем. Ничего больше нет. Ну и четвертый большой резерв – это жители малых и средних городов, провинции России, у которых тоже, в общем, занятий нет. И, знаете, вот в этой войне я все чаще и чаще слышу самый главный мотив для россиян, почему они идут на войну. Вы знаете, не всегда, далеко не всегда деньги на первом месте. По крайней мере, у заключенных точно нет. У кого-то очень сильно промыты мозги, да, но у людей, у которых не промыты мозги или какие-то мозги остались, у них почему-то главный мотив – это чувство востребованности, нужности. Люди никому не нужны в России, в своей стране. Они не нужны, у них нет работы и не будет, нет дома и не будет, их семья никому не нужна или нет семьи. И единственное место, где им говорят «парень, это фронт». Ольга, скажіть, будь ласка, чому серед перелічених регіонів я вже вкотре не чую ні Москви, ні Санкт-Петербурга, там що така хороша самозайнятість? Ви знаєте, я проблему Москви изучала. Собянин недавно ще до виборів сказав, що москвичей 45 тисяч примерно знаходяться на фронті, или так іначе зв'язані з війною в Україні. Ну, смотрите, яка це лукава цифра. 45 тысяч. Во-первых, это все военное начальство. Конечно, они москвичи, разумеется. Место прописки в любом случае у них Москва. Самые ненавидимые, я не знаю, по крайней мере, мной люди, это мальчики и девочки с маникюрными пальчиками, с хорошим образованием, которые сидят в Москве, в закрытых институтах, и этими маникюрными пальчиками под тыквенный лад нажимают на кнопку, и ракеты летят на мирные украинские города. Мы все время и украинские расследователи, и политики, и российские расследователи независимые пытаются узнать, кто эти люди и их фамилии. В основном они все установлены, и мне очень хочется их увидеть. Конечно, с камней подсудимых, а учитывая их возраст, я думаю, мы их увидим, конечно же. Ну и потом, знаете, такая страта, как прежде всего студенты, которые, да, у них отравлен мозг пропагандой, иногда не до конца, но чаще всего отравлен мозг карьерными соображениями, которые уходят воевать на полгода, они либо воюют в каких-то частях, где не так опасно, не на передовой, либо вообще отсиживаются в горах Чечни или Дагестана, возвращаются со справкой, что они отвоевали. Это либо сынки, либо за деньги. Это, безусловно, старт очень большой, карьерный, лестницы, скорее всего, партийные, такой вот такой настоящей пропутинской молодой элитки. То есть, ну, какие-то отъявленные совершенно подлецы. Ну, есть, конечно, добровольцы с промытыми мозгами, но среди москвичей, конечно, таких очень небольшая часть. Хотіла запитати, ви кажете, що от жінкам, так, ув'язненим, пропонували десь в районі 1700 євро. Це всім така пропозиція, хто погоджується підписати контракт? Чи, а от тих, кого ловлять, їм також пропонують таку суму, чи ні? Ну, ви знаєте, дуже трудно слідити за обіцяннями, тому що, наприклад, Вагнер багато чого обіцяв, але щось виплачував, щось ні. І тепер взагалі ходять слухи. Эти слухи так или иначе периодически оформляются в высказываниях каких-то чиновников, например, из Минтруда или социального развития, что раз частные военные компании у нас запрещены по Конституции, вроде как, то вербовка в ЧВК «Вагнер» — это незаконно, значит, выплаты из бюджета были незаконными, давайте, наверное, поведем речь о том, что все назад забрать. Это, конечно, замечательно. Ну и что касается Министерства обороны. Ну вот смотрите, Министерство обороны, например, берет заключенных с февраля, обещает через полгода помилование. Сейчас сентябрь, я не видела ни одного помилованного. И я, конечно, не вижу, я общаюсь с матерями, которые потеряли своих детей. Ну, причем как, я общаюсь только с матерями, с которыми можно общаться, которые не хотели, чтобы сыновья уходили на войну, которые поддерживают Украину, с которым не стыдно разговаривать, с которым можно иметь дело. Тем не менее, они, потеряв детей, не могут добиться от Министерства обороны, они не собираются получать за них деньги.
они хотя бы хотят получить свидетельство о смерти. Нет, нет, нет. При наличии жетона, при наличии номера воинской части, Министерство обороны очень редко признает убитыми людей. Я буквально сегодня разговаривала со своим очень хорошим украинским знакомым, он был у меня в гостях, Андрей Шпачинский. Я почему говорю, потому что я очень много про него делала фильмов и программ. Это боец, рядовой боец ЗСУ, который совсем недавно приехал в Берлин, потому что у него контузия, трое детей и возраст. Он 10 месяцев был на передовой, мы с ним об этом говорили. И он вспоминает, что всегда ходили по неубранным трупам российских солдат. Никто их не собирается забирать. Как мы присыпаем сами землей, как он сказал, только коготки наружу торчат. Ну а что? Российская страна не интересуется. Она не интересовалась тогда, когда под Бахмутом был мой хороший друг Андрей, не интересуется сейчас. Ольго, тепер повертаючись до теми Трухіна, так, і про витік можливої інформації про здоров'я господина Путіна. Скажіть, будь ласка, чи справді Трухін міг знати багато щось про те, який стан здоров'я в Путіна, і це причина, одна з причин, чому його затримали і заарештували? Ну, ви знаєте, ми, звісно, я думаю, що мільйони, якщо не мільярди людей на земле каждый день молятся о том, чтобы Путин сдох. Да? И я, на самом деле, будучи крайне рациональным человеком, не верящий ни во что, в это я верю. Я просто думаю, что вот эти пожелания миллиардов людей, они так или иначе до Путина, конечно, достигают, каким бы ты ни был, ну, это пробивает. То, что Путин явно совершенно, как это, дает сбой, ну, мы это видим. Мы сегодня это видели и слышали несколько раз на этом трехчасовом выступлении на форуме во Владивостоке. Знаете, Путин человек, ну, ему 70 лет, и привязать к Украине троцкистов мог только... ну, не знаю, человек, у которого что-то очень серьезные вещи происходят с памятью. Потому что это поколение, особенно поколение, которое еще было комсомольцами, коммунистами, служили в КГБ, прекрасно знает, что такое движение «Все, конечная цель, ничто». Это, конечно, берштанианство, никакого отношения Троцкий к этому не имеет, и все это не имеет никакого отношения к Украине. Дедушка заговаривается. Конечно, это не первый и не второй раз, когда мы видим, что он заговаривается. Теряет ли он память? Думаю, да. Дивіться, Савік Шустер, буквально вчора з'явилося відео, Олеся Бацман розповсюдила його, і Савік Шустер стверджує, що Путіна залишилося до кінця року, і що насправді був лікарський консиліум, який персонально озвучив це Путіну, і що він, типу, поінформований про те, що йому залишилося небагато. Скажіть, будь ласка, чи може бути така історія, що, наприклад, Трухін намагався втекти з Росії, тому що саме він, можливо, і озвучував цю незручну інформацію Путіну, і він намагався таким чином втекти, щоб з ним, наприклад, не розправилися. Тому що, ну, в дідушки, звісно, є проблеми, а він дуже хоче жити і, напевно, жити хоче вічно, швидше за все. І от йому ця інформація 100% могла не сподобатися. Ви знаєте, давайте подождемо розвитку цієї інформації, тому що ми всі так хочемо услышати заветні слова, що, якщо чесно, я просто немножко боюсь видавати желаємо за дійсне. Очень хочеться предположити, що путинский доктор арестован за попытку, ну, не знаю, за попытку разглашения тайных знаний, которые нас всех так интересуют. Будем на это надеяться, будем рассчитывать на то, о чем мы все хором сейчас подумали. Почула. Ольга, дуже вам дякую. Ну, будемо сподіватися, що це станеться в цього року. От. А вам, глядачам, нагадаю, що це була Ольга Романова, російська опозиційна журналістка і засновниця руху «Русь сидяща».